Друзья, добрый день. Добрый день, друзья мои хорошие. Сегодня мы приехали в лес посмотреть бруснику. На улице небольшой дождик. Но знаете, настолько изменились места. А места здесь это бывшие родные места мужа. Он у меня из деревни. Сейчас мы вам поедем, и я покажу бывшую деревню, в которой родился муж и вырос. Ну, местами. Может, кому-то не интересно, но все же. Вот наш лес. Березы, ели, сосны. Ну, это такой вот лес, смешанный. Мы подъехали к деревне мужа. Вон там стоят вековые ели. Эти ели еще помнят его бабушка или прабабушка. Вот там вдалеке не видно его, правда, их дом. Друзья, не подключалась, пока муж был в машине. Такая ностальгия по лесу, по его родной деревне. Вот там домик стоит, видите, где жили его родители. Поэтому все это, конечно, тяжело. А вот про лес что хочу сказать. Как наша жизнь проходит, так и лес меняется. Это уж точно. Смотрите, на стекле два листика прилипли. Это как мы с мужем, наверное. Ну, улов у нас сегодня небольшой грибочков. Ну, посмотрите, какие. Ну, таких вот. Да, десяток. Ну, немножко, да, беленьких. Но еще только-только пошли у нас. А так вот лисички в основном и эти маслятки. Ну, маслятки, кто не знает, это вот такие маленькие грибочки. Но с них нужно снимать шкурку. Соплич. Они очень вкусные, но зато очень противно чистить. Так что вот мы чистим грибочки. Муж чистит, я чищу. Друзья, сегодня на ужин жарим грибочки. Грибочки беленькие, лисички и маслятки. Видите? Сейчас мы сюда добавили немножко. Значит, мы их хорошо почистили, помыли. Добавили, высыпали на сковородочку на разогретую. Добавили немножко сливочного маслица. И вот они у нас булькаются, маленько варятся. А дальше мы будем засыпать картошечку. Сегодня у нас жареные грибочки. Сейчас мы снимем пеночку. Картошечку опустили. Она прям притушилась. Картошечку опустили. Она притушилась в грибном соусе. Вкуснятинка. Сейчас попробуем сольку и будем ужинать. Смотрите, какую порцию я себе огромную наложила. Но мы в этом году грибы едим первый раз, поэтому позволительно.